Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу к Фасмиллеру. Это отличная группа с недорогой прокачкой. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролет безвылазно фармить. Прокачка доступна как для ПК, так и для пользователей PS4. В общем, ссылка в описании. Привет, народ! Или по-мужицки здорово, поставь лайк и подпишись, и сегодня вам покажу легкий АФК глич на деньги. Ну что ж... Погнали! Итак, для этого глича нам почти ничего не понадобится, кроме дела, на которое будет ссылка в описании. Там есть карты для всех платформ, но они могут не совпадать, поэтому не пугайтесь, ведь одинаковые очень сложно найти. Далее отмечаем дело и заходим в саму игру. После заходим в меню паузы, сеть дела, начать дело, далее жмем отмеченные и выбираем выживание, которое мы отметили. Далее прогружаемся в лобби и выставляем все, как вам нужно. А потом просто запускаем это дело в одиночку. Когда мы прогрузились, вам нужно просто зафиксировать любую кнопку любого действия вашего персонажа. Допустим, ходьбу или прыжок. В данном случае я зафиксировал кнопку вперед, стойкой от микрофона. Когда вы зафиксировали, просто отходим по делам. Ведь суть самого выживания в том, что NPC сами будут себя сливать, а вы при этом ничего не будете делать. Всего тут 20 волн, и занимают они от 15 до 25 минут. За это время можно сделать все свои дела и прийти забрать деньги. А доход с этого составляет от 40 до 60 тысяч долларов. Простояв так 20 волн, я получил 60 тысяч долларов. Этот способ фарма больше подойдет для новичков, ведь за несколько запусков вы можете нафармить приличную сумму, на которую вы можете купить дом, машину или какую-нибудь недвижимость. Ну а на этом все, и если вам действительно понравилось это видео, то не забудьте поделиться им с друзьями, а также поставить лайк и подписаться. Всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока.